that shit crack. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit face. Қадірменді көрермендер, біздің хабарымыз әрмен қарай жалғасып жатыр. Жанымда Нұржанатты таппай қойдым, оның да бір себебі бар, неге десеңіз. Студиямыз бір емес, екі бірдей қонақпен толып отыр. Ендіше қарсы алыңыздар, студиямыздың қонақтары Батыр Абдуллин және Алмас, кәсіби бишілер деп тануыңызға болады. Я болмаса, жүздеріне қарап, енді аймағымызға белгілі коллекшн дуэт екендігін айта отырайын. Қош келдіңіздер, жігіттер. Саламатсыз ба? Батыр сәлем. Здравствуйте. Неге десеңіздер, енді бүгінгі хабарымыздың тақырыбы биші болғым келеді. Жалпы бимен айналысқандарыңа көп болды ма, Алмас? Көп болды, енді ең басынан бастасақ, ол мектеп уақытынан шығар. Содан кейін 2006 жылғы бірге оқуға түсіп университетке. Сонда танысқанбыз, содан кейін бірге жайлап-жайлап сөз тауып бір-бірімізді. Сосын дуэт болды. Жалпы коллекшнге қанша жыл? Коллекшн 98 жылдан бастап театр. Қандай керемет. 98-ден басталды, жалпы жайлап-жайлап өзгереді ол составтың бәрі. Предпоследний состав енді біз. Содан кейін қа біздің өзіміздің үйреткен балдарымыз бар. Батырдың балдары бар, балдарым бар, бәрі қосыл болар. Жалғастырға тұрады. Тамаша, тамаша. Енді бұл сала сіздерге қай уақыттан бері кәсіби деңгейге айналды? Бұны шында да бір мамандық ретінде алып жүрсіздер ғой? Қазірде табыс тауып жүрсіздер ғой осы іспен? Табыс тапқанда енді, тауып жүр. Мен кішкене алдыңғы жыл қойып кеткенмін бейжен. Ал бірақ Батыр әлде жалғастырып, проекттерге, нелерге, жарыстарға бар жүр. Осы тұрғыда жақсы жаңалығымыз бар. Неге десеңіз, Батыр енді әлемдік деңгейдегі керемет жоба. Мен білуімше, Украинада өткен әлемдік жобаға қатысып, және де жүлделі орын алып келіп отыр. Сондықтан Батыр құттықтайым. Давай немного про этот международный проект. Это мировой проект, он был в Украине, точнее в Киеве, город Киев. Собрались все, можно сказать, очень крутые танцоры со всего света. Это Россия, Казахстан, ну с Казахстана совсем немного было. Я единственный с Актюбинска прошел, с Алматы четверо и со Саны, если не ошибаюсь, еще вот считанные. А так, начиная от Латвии и заканчивая Донецком, были много танцоров крутых. Вот. Но я проходил кастинг в Алмате. Они мне как бы позвонили с Украины. Я сам не знаю, откуда они знают меня там. Пригласили на кастинг. Но я приехал в Алмату. Сказали, позвоним, если ты пройдешь. Они очень долго не звонили. Я уже думал, что я не прошел. Но в концовке я прошел кастинг. Отлично. Пригласили меня в Киев. Так, в Киеве прошел тур. Потом, так, во Львове были, потом уже я на 80-ке или 90-ке, точно не помню, уже пролетел, так как это было очень тяжело, я устал просто, физически устал. Там были испытания, там были туры, танцуют все, это подобно, как «Украина – мой талант». Ну, тот же, от тех же создателей, можно сказать, этот проект. Тех же X-Factor, которые украинские, «Украина – мой талант», и вот танцуют все.
Ну, это был первый подобного рода проект для тебя? Ну, такой, да. Такого масштаба это был первый. Это просто всплеск эмоций, это столько интересного, это много разных людей, точнее, танцоров. Это, знаете, просто можно бесконечно рассказывать, это шикарно очень. Но и сами испытания были очень сложными. Проходили не все, там и со слезами все уходили. Там психолог даже у каждого был, потому что там нервный срыв, это очень тяжело было. Потому что как в час отбой, в 5 утра подъем. Из 5, считай, утра до часа ночи у нас была хореография. Нас мучили. Представляю. Ну здорово. Алмаз проговорил, что ты продолжаешь танцы. Бытует такой миф, что танцует в определенном возрасте. Когда ты взрослеешь, когда ты становишься старше, то это уже не профессия. В твоем случае это как? В моем случае это, знаете, можно сказать, это линия моя по жизни. Потому что я с этим начинал, точнее, жить. И как бы я в этом живу. Если я брошу, я просто перестану жить. Мне так кажется. Ты сейчас женат, нет? Я женат, у меня есть сын. Серьезно? Да. А, отлично. Это будет продолжитель моей культуры, хип-хоп культуры. А как семья относится к этому? Семья хорошо, даже на кастинге ездила самая супруга моя, беременна, с таким животом. Не побоялась, говорит, я хочу с тобой поехать, говорит, я хочу сама увидеть все это. Вот, может, она мне удачу принесла, со мной поехала. Отлично. Вдохновитель. Ваша философия жизни? Моя философия жизни... Танцуй пока мало. Да? За меня сказал. Танцуй пока мало. Да нет. Из маленького огонька вырастает пламя. Да. Как говорится. И нельзя, чтобы этот огонек потух. Вот моя философия. Нужно танцевать, пока... Пока есть силы, пока ты стоишь на ногах. Неважно, каком ты возрасте, в каком положении. Просто танцуй, потому что танцы – это, во-первых, молодость, не стареешь. Кто мне скажет, что мне 26 лет? Кто скажет, что у меня есть сын? Алмаз, он да неге биді тоқтаттык? Тоқтатқанда кішкене. Ну, он волосы как потерял. Думает, все, я не буду больше танцевать. Ол жағынан қарайтын болса, кішкене қазақтарының бір жаман несі бар. Менталитетке ешкімді не сегім келмейді, ренжіткім келмейді. Сонда да жасы өскен сайын. Адамдар содан баса больше критикалар көбейет. Вот жасы болса 25-ке келді, не істеп жүр деген сияқты. Жоқ, беруге болады, әрі жерде жалғастыруға болады. Әрі кетуге болады. Алматыға, Астанаға одан кейін көптеген балалар қазір штатта, ақшта билеп жүр. Мен кішкене өзгеріп, өзім басқа жағынан кетіп, бизнеске, кішкене жұмысқа. Да, я дополню слова. Ну, в Актобе немножко не так развита вот эта культура вот именно. Есть, да, танцоры, но их считанные, очень мало. Поэтому, да, вот, нет бы сказать что-то хорошее, наоборот, они лучше немного плохого скажут. Ну, я не знаю, как это сказать. Как это сказать? Ну, лучше сказать, да ну, какой танцор там, да. А нет бы поддержать просто. Ну, одним словом, у нас не разве. Казахстан курома ушла в кассеты. Что-то новое привезем с какого-то города. Что это? Это вот сразу так вот. А это что-то новое, это же прогресс. Надо прогрессировать дальше, а не сидеть на одном месте. Қазір жасап жатқан еңбектеріңіз оңай шаруа емес екендігі түсінікті. Бұл қазір сіз жаңа бір мәдениетті қалыптастырып жатқан сияқтысыздар. Жастар буыны, жас ұрпақ сіздерді түсінеді, неге десеңіз, олардың тыңдайтын әуені, олардың көретін билері сіздің үлгіде. Мына алдыңғы толқын мүмкін түсінбейтін шығар, сол тұрғыда кішкене кедергілер байқалады ау, дей ме? Кішкене бар, түсінетіндер де бар, түсінбейтіндер де бар. Осы күнге дейін әлде де бізді танып көшедеге сендер ана бишілерсіңдер ғой дейтіндер де бар ондай жұмыс бағымен жүргенде де осы сен бір жерден көріп едің деген сияқты ғой. Әйтсе де сіздердің таңдаған жолдарыңыз әлемде кәдімгідей қарқындап келген үлкен бір кәсіби сала. Қазірде жастары 50-ге жақындаса да мысалы би билеп үлкен қаражат тауып жүрген азаматтар, әйгілі деңгейде миллионерлер атанып жатқан азаматтар. Бар. Сондықтан сіздердің жасап жатқан сара жолдарыңыз өзінше бір із қалдырады деген ойдамын. Тек жерлеріңізден жасымаңыздар, алған беттеріңізден қайтпаңыздар, сәттілік. Біз сіздермен мақтанамыз.
Рахмет. Сәттілік. Үлкен жеңістер. Батыр понял. Тамаша. Құрметті көрермендер, әңгімеміз әдемі жарасқандай, қонақтарымызбен әңгімеміз осымен тәмамдалған менен. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.